Ну, вы уже говорили, что в этом году исполняется 145 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова. Совершенно потрясающий сказочник. Сейчас Татьяна Романькова и Галина Маслова прочитают сказку Писахова «Две подруженьки». Много сказок есть на свете, и любят их не только дети. Они душу бередят, то пугают, то смешат. А вот сказки, где нет страха, сочинил Степан Писахов. Они созданы давно, да 100 лет веку им дано, и еще долго будут жить, верой, правдой нам служить, и расскажут нам про моду, про любовь и про природу, как случалось людям жить, много ли есть и что носить. Про деревню, про народ, и все наоборот. Что любить и уважать, что беречь и обожать. Создано это ведь не сейчас, а как будто бы про нас. Слушай ухом, да смекай, да и глазом примечай. Я ведь утром как выстану, первым делом самовар греться ставлю. Вот покотя я не на фурен даюсь-то вдоволь, никаких делов. И подруга у меня таковская, вот должна подойти. Видишь, крутит самовар-то. Но. Вот и задерживается. Ну да ладно, самовар-то на столе уже. Ой, ой, бабадюшки, ой, на всю улицу-то твоима. Офимушка, пирогами-то пахнет. Ой, здоровенько. Офимушка, здоровенько, подруженька. Да мне какой опять самовар новый. Офимья, вен тут что такое? У тебя на вышке-то самоваров, да поди не сосчитать. Ой, сколько? Штуки 3 будет. Более. А взяла бы, да, вот не осла к Андрею Ивановичу-то. Он бы и ремонт сделал. Так, и кто? Чего? Кто был? Присаживайся, наверное. А я тебе все и оп скажу. У меня своя телица в гостях была, сама знаешь. И она как приедет, все, ты какой неубыток в семье-то у нас происходит. Вот вен тот раз с самоваром пришлось. Да, расстаться. Расстались самоваром с придорным. А что было-то? Сказывай давай. Так я ведь стряпнёй занявшись. Но, думаю... Настряпаю пирогов, калиток напряжу там. А я на таком не подошла, да и говорит. А я к твоим горятеньким-то пирожкам, так сиёк сугрею в самый раз-то. Ох, как я обрадовалась, и Мика, помощь-то какая. Ой, тут погодишься, когда там прилететь, тогда присесть-то некогда. Конечно, вот. Хорошее дело. Да кто-то и оно. Да. А слышу, уже и кричит. Ой! А что случилось? Как это надо было додумкаться. В самовар. Ведерный. Один ковшичек. Водицы-то налить. Цельную трубу углев туда насыпать на горящую-то лучину. И чего? И распаяла. И труба, небось, отвалилась. Да. Да. Отвалилась. Так вот и пришлось. Новенький купить-то. А вот горятенький с новенькой. Видишь, фурцит-то самоварчик все наш. Конечно. А чего съем-то из городских-то? Вот племяшка-то моя. Нюрка, что ли? Нюрка, конечно. Кто ж есть что-то? Ах. Вот ты. Ну, что бы наделала-то? Так что наделала-то? На столованице у меня, на гостеванице. Ну. Самовар-то я вздумала тоже. Ну. Я дёрной. А люди-то пьют, самовар фурчит, фурчит. Так, как у меня. Ну, я ляжу, вода там кипит. А народ-то каждый не по одной чашечке-то пьет. Mm-hmm. А у меня на печке-то чайник скипевший, а Нюрка-то тут туда и сюда под ногами. Я ее чайник-то в руки сунула, а то я говорю, пойди. Вылей. Я ж тоже так. Вылей, говорю, в самовар-то кипяточек добавить надо, пусть люди-то пьют. Так я и вылила. Подливаю тоже, когда в самоваре угли, а вода подрасходована. Да. Как же? Так вылила. Ну и что? Куда? В трубу. Куда? Туда и вылила. Трубу. Туда и вылила. Наел псяла. Ой, боюшки. Ой, а я-то не дождусь от их помощи.
Ой, да городские, что с них возьмешь-то. Ничего не мало тут в нашем хозяйстве. А надо все обсказать да показать. А проще самым сделать. А самым вот. Мы-то, ой, себе тику-то, ой, хорошо. Ну, вот я водицы не могу. Да, терпеть не могу, смог чашку самовару-то пить. Ой, будет с кем сердитым за столом сидишь. Ну, знаю, я знаю, того и фурцит самовар-то. Я таков десогрею, да к ней я той же минутой крышкой прихлапываю. Вот так. Перекипела вода, да вкус теряет. Да и с аппетиту сбивает. Ой, о, радость-то моя. Ничего не сбивает. Ну. Ну, я так. Вот я туда положу, да. Чайку-то, прикуску-то. Да чайку-то. На блюдечко, да как нальем, а блюдечко-то на растопыренные пальчики так поставлю, ну, а, да как почну, фукать, да вытягивать. Ой, да будя, птички пою, да так тонко звучно. А я вот люблю в накладку, вот эдак. Да и чашечку-то над блюдечком держать. И тоже булькать эдак. Ложенчи-то для поту. Ой, хорошо. Ведь по ведерному самовару с утра выпиваем. Хорошо. До поту прям. Так вот, полотенце-то специально и держим. И посуду-то я люблю нарядную. Позолочено. Чтобы вот было, может, и не вся позолочена, а только вот ободочек какой-нибудь. А и полосочка там, обводочка. Туда посуда пора-то нарядна. Вот а мне канать, чтоб цветочек на чашечке-то был. Ну, хоть один, да хоть самый маленький, но чтоб он этот... Цветочек-то был. Чтоб он этот цветочек-то был. Я тогда вот я в саду сижу. А вот дать. Хорошо у тебя, Уфимья, пироги-то вкусные. Но самые хорошие калитки в деревне это у тебя. Все уже говорит. Ну, спасибо, спасибо, подруга. Поговорить-то с тобой. Радость одна. Ой, ты же мне сегодня еще сон свой не рассказала. А. Ну-ка, сказывай давай. Ой, удивительное дело. Мне ко сны снятся, да цветок, да сушие. Вот что там приснится? То в самом деле. То и будет. То и будет, то и будет. Ой, а на медне вот послушай. Ой, я тебе расскажу, сон-то мне какой приснился. Ой, подруженька. Энто я во сне-то. Эдакая разнарядная. Ой, сарафанчики новенька. Ой, вот меня свет будет. Прямо такое шастье-то. А гляжу, люди на меня-то оборачиваются. Нарядностью моей любуются. Вроде и хорошо, а с другой стороны такая неловкость-то. Ой, что я нарядней-то всех. Ну, иду тихонюшка-тихонюшка, да к речке-то и подхожу. Знаешь, речка-то у нас. А там мостик. Ой, полнёхонек людями-то. Кто сюда иди, кто туда иди. А при моей такой нарядности как толкаться-то станешь? Ну, а гляжу, так ёны расступились. Одни в одну сторону мостика, другие в другую. И проход мне образовали. Я-то по проходу этому только ступила, а гляжу. А они все лица-то улыбаются, смурых много. Ой, ну я тогда громотводно слово такое мне пришло. Да я приветным голосом его и сказала. Вот, извините, пожалуйста, что я своим... переходом по мостику вашему проходу-то помешала. Ой, так ай, враз не заулыбались. Будет светлее стало вокруг-то. Да и речка так заблестела. Я-то на речку-то глянула. Ай, специально, чтобы на свою нарядность-то полюбоваться, как я тут выгляжу, такую дорогу прошла до моста-то. А там, рыбы плыли. Меня-то увидели. Остановились и ты поразивай! Это моей нарядностью-то любуются. Ой, так я ведь фартучек-то скоренько сняла с себя, да черпанула-то их и отдала людям по эту сторону. Муста-то в знак благодарения за указанное уважение. А другой раз зачерпнула, людям отдала по ту сторону. Вот, ляжу тут они еще все, так я еще зачерпнула
Домой принесла. Ой, пирогов напекла. Да такие вкусные. Разве не вешай сон? Самый что ни на есть вешай. Вот, подруженька, какой мне сон снился. Пироги-то вкусные были. Ой, ну, вкусные. Прям сосна. Ой, тебе-то-то. А мне-то, ой, а мне-то такой сон тоже приснился. Сейчас расскажу. Ой, иду это я по лугу. Да такая вся легкая. Ой, такая легкая, такая воздушная. Ой, такая трупенда. А вот не легкая. Воздушная такая, как облачку плыву. Трава-то подо мной даже не мнется. И цветочки не нагуляются. Ой, плыву. К редьке-то подхожу. А у нас серебром сверкает. Ай, и золотом у солнышка вот светивое. Ах, ай, а на воды-то лодочка. Ай. Лодочка лаком крашена. Ох, да под парусом то расписано. А парус то белый. Шелковый, шелковый парус то. Ой, и вся цветами, цветами. Вышито все цветами. А в лодочке-то мужичок, мужичок в лодочке-то. Русскую-то Машу. Дуня, как и тебе сны-то приятные снятся. Вещи, можешь, вещи. И Рудскую-то Машу, Маша, меня зовет, ой, лодочку, покататься-то, ой, мужичок-то, ой, такой Маша, ой. А ты там разглядела ли, что за мужичок-то? Я разглядела. Ну, так и что за мужичок-то? Ай, ну, меня зовет, там лодочку-то. Ну, так ясно дело. Так, муженек. Ну. А это чей муженек-то? Муженек. Ну, так не поняла, что ли? Твой муженек-то? Чей? У меня-то нету. Так твой муженек? Мой! Как это мой муженек? У тебя вот с нее оказался. Интересное дело. Это что же, он со мной рядом лежит? И буди весь тут. А сам Венто самое время на лодочке катается, да еще кого-то приглашая покататься. Ой, что деется-то? Что деется? Ай, ты, подруженька-то, хороша. Еще говорит, вешай сон, вешай сон. Ой, что делать-то? Что делать-то? Ой, я в город пойду. И все конторы обойду. И добьюсь приказу, строгого указу, чтобы не смели мужья к чужим-то женщинам во сны ходить-то. Вот так и знай.